Расскажу я вам, друзья, где взять вкусные корма, лакомую косточку, витаминов горсточку, где одеться я смогу в холод, сырость и жару. Хорюк и кролик, пес и кот, сюда хозяина ведет. Сеть магазинов «Четыре лапы» в Котласе, в ТЦ «Адмирал» и в ТЦ «Арена», в Ичигодском в ТЦ «Мармелад». В пятницу 26 ноября в Котласе будет пасмурная погода. Возможен слабый дождь. Температура воздуха в дневные часы плюс 1 градус. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление значительно ниже нормы.